Пожарные бьют тревогу. С начала года в республике 94 пожара произошли по причине курения. В огне погибли 32 человека. Пострадали 23 курильщика. Для сравнения, в прошлом году по той же причине зафиксировано 88 пожаров. Очень часто трагедии случаются из-за курения в нетрезвом состоянии. 7 июля произошел характерный случай по данной причине. Это в поселке Красный Октябрь Шамбурлинского района произошло возгорание в жилом доме. Огонь удалось локализовать по приезду добровольцев местных, по приезду Федеральной пожарной противопожарной службы. Огонь полностью был ликвидирован. К счастью, никто не пострадал и погибших нет. Вот. Но этот пожар также произошел по причине неосторожного обращения при курении в пьяном виде.